доброе утро дорогие друзья сегодня уже 17 марта добро пожаловать на хариты кофе Сегодня я буду говорить о свободе. Сегодня я буду говорить о том, как мы можем найти эту свободу. И вместо писания для сегодняшнего рассуждения я выбрал э, послание к евреям, 4 глава, 12 стих. «Ибо Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, судит помышления и намерения сердечные». Что интересно, когда-то я изучал эти места Писания, и вот э, что мы иногда думаем о том, что вот этот меч, который мы видим э, в Писании, мы видим в фильмах, как будто это римский меч, который с двух сторон заточенный, но греческое слово, которое здесь используется, иногда оно говорит о, о том, что мы можем использовать как скальпель хирургический скальпель, который разделяет все тонкие части нашего тела. И все же хочу вернуться к моей истории. Если вы помните, однажды я делился о своем покаянии, о своей, своей борьбе внутри меня, когда я был подростком. Примерно в 16 лет я покаялся. Это подростковое время. И вот я был научен в церкви, что я могу потерять свое спасение, если не раскаюсь в своих грехах. Я боролся всегда. Вот Понимая, что юношеские похоти, желания, страсти, они вбушуют в жизни каждого подростка, мне всегда приходилось вспоминать и думать о том, что я сделал, как я сделал. Потому что всего лишь одна мысль о том, что я могу предстать перед Всевышним и на весь экран Вселенной покажут все мои а, грехи, которые, может быть, неисповеданными, либо забытыми. Этот страх настолько был сильным, что я пытался посмотреть на всю свою жизнь. И даже искал тогда, когда ничего не происходило, может быть, мне нужно покаяться в моей гордости. Знаете, ну, через много лет я пережил что-то особенное. Когда я почувствовал, что Слово Божье дало мне свободу, веру в того Бога, который любит, покрыл меня своей любовью, заплатил за мои грехи, и если я исповедую свои согрешения, то он, будет, будучи, будучи праведен и святой, он простит мне мои грехи. Вот этот момент очень серьезный, потому что я боролся, я боролся в своей жизни, и я не знал, как использовать Слово Божие. Когда Бог создал нас, меня с вами, Он создал нас по подобию и образу своему, давая нам дух, душу и тело. И вот этот момент очень серьезный, потому что, смотрите, Слово Божье, оно живо и действенно. И вот создав нас, Бог хочет, чтобы мы были руководимы нашим духом. Например, Адам и Ева, будучи сотворены Богом, они были водимы духом, потому что они имели общение с Богом, они имели отношение с Господом. И по мере времени они мы знаем, как они согрешили, они пали, и через время они были водимы душой душевным состоянием. И когда мы уже рождаемся в этот мир, наследуя Адамову природу, мы, мы рождаемся с душевностью нашей жизни, где у нас борьба происходит. Но слава Богу, что кто-то когда-то поделился словом словом, которое дает силу и жизнь. Римлянам 10.17 говорит, вера от слышания, от слышания, от слова Божия. Это слово сильно изменило и мою жизнь. Я хочу, чтобы вы понимали, вера через слово дала мне понимание, что Бог мой любит меня. И если я даже и падаю, я поднимусь, потому что Бог праведен поднять праведника. Он праведен, чтобы дать там слово свое. И вот проблема, которую мы встречаемся в нашей жизни, она удивительная. Мы, будучи рождены в эту, на этой земле, мы водимы душевным состоянием, и через время, 20, может, как будто 30 или 40 лет, мы понимаем, что мы нуждаемся в Боге, и это слово, пришедшее от Бога с покаянием, приносит победу и свободу для нас. Вот в этом поиске свободы мы сегодня находимся. Для каждого человека есть этот момент победы, когда мы находим его слово. Если слово Божье, которое мы исповедуем, становится оружием, значит, оно может дать нам победу Он от душевного состояния. Потому что чаще всего, когда мы приходим к Богу, душа наша, сопротивляется сопротивляется духовному э, нашему возрождению, когда дух берет власть над душою. И я верю, что сегодня мы должны быть водимы нашим духом возрожденным от Бога, и эта победа реальная через Божье Слово. Так что изучайте это Слово, чтобы это Слово дало вам победу в тех вещах, в которых вы нуждаетесь, когда когда тогда я искал эту победу, и я получил ее, что и кровь Ишо Мессии очищает от всякого греха. И я бы хотел помолиться бы сегодня за вас. Отец, Авинуш Башимаем, благодарю тебя за предоставленную мне возможность сегодня слышать твое слово. И это слово способно дать мне новый день. Я хочу общаться с тобой в этот день и иметь победу. Дай мне не только знать законы добра и зла, но и силу, что делает добро победительным. Дай мне в силу вешу Мессию, чтобы моя жизнь была измененной. Я даю ее тебе во имя Ишуа. Аминь. И пускай Господь благословит вас в этом дне. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь мы всегда будем рады помолиться за вас. Писание говорит о том, чтобы мы носили времена друг друга. Молитесь друг за друга. Друзья, я знаю, что, может быть, вы посылаете молитвенные просьбы многим э, служениям, или же пасторам, или общинам, где бы вы ни были. Мы тоже можем помолиться за вас. И, пожалуйста, присылайте ваши просьбы по адресу, которая будет у вас на экранах вашего монитора. Пускай Бог благословит вас, и мы обязательно за них помолимся.